Всем привет! С вами Екатерина, и вы на канале Огород Бабы Кати. Сегодня мы с вами будем солить скумбрию. Скумбрия у меня будет сухого посола, пряного посола. Вот этот вот рецепт я много пробовала, но я все-таки остановилась на нем. Вы не пожалеете, попробуйте. Эта скумбрия будет готова через 2 дня. Такие рецепты быстрые, которые скумбрия готова за час, через 2 часа и можно есть. Я как-то к ним отношусь с опаской. Все-таки это рыба. Итак, значит, нам потребуется, значит, мы взяли скумбрию. Скумбрию я никак не разделываю во время посола, то есть она должна быть целой. Для нашего посола нужно 4 столовые ложки соли я беру, соль без горки. Одну столовую ложку зерен кориандра, не молотые. Достаем свое приданное. Вот у меня такая ступка. Значит, я в ней все буду молоть. Значит, чайную ложку зерен кориандра. 5 штучек душистого перца. И это нам все нужно немножко размять в ступке. Я размяла. В соль добавляем это все дело. Так. Чайная ложка черного молотого перца. Я до этого взяла, значит, перец горошком и его промолола в кофемолке. Как-то мне такой перец больше нравится. Ты берешь непонятный. Блин. Непонятно, суть какую-то серого цвета. Так, теперь нам нужно на кончике ножа корицу. Она не будет чувствоваться. Но вот она дает какой-то такой, вот, прям вот совсем чуть-чуть на кончике ножа. И мускатного ореха дробленого тоже на кончике ножа. Вот прям вот столечко. Все это теперь мы вот так вот перемешиваем. Так, и теперь берем кастрюлю. И вот эту смесь, что у нас получилось, натираем рыбу. И рыбу складываем в кастрюлю так, как она плыла, брюшком вниз, спинкой вверх. Так, все, вот мы засыпали. Теперь все это дело оставляем в прохладном месте на 2 дня. Прошло 2 дня, как наша скумбрия посолилась. Теперь мы ее достаем и промываем. Промыли и нарезаем на кусочки. Мы мелко не любим нарезать. Я нарезаю добро. Скумбрию я не разделываю на филе. Почему? Да потому что нечего. Нормально жрут. Селедку, да, скумбрию нет. И вот так вот ее, ой, вообще обалденная рыба, просто свежайшая, ароматная. Сейчас мы картошки нажарили, сейчас мы будем все это дело лопать. Так, ну и все это дело, красненький лучок, прям вот так вот по-доброму, по-толстому. Вот. И будем это все лопать. Вот. И свежий сейчас хлеб. Все, вот такая вот вкусная скумбрия. Подписывайтесь на канал. Вы были на канале Огород Бабы Кати. Всем пока. Лайк. Лайк. Лайк.